Так, магазин Пятерочка. Так, что у нас тут? А, ну вот колбаска. Это с мясного, ну, колбасного магазина, это докторская. Обычно мы берем докторскую. Вот это вышло вообще на 500 чем-то рублей. Палка в двух концах. Так, виноград чуть-чуть черный. Из Пятерочки уже. Два яйца. Дальше. Металла для картофеля. 3 огурчика. Болгарский перец. Я его также разрезаю и за ужином как бы кушаю. Взяла 5 плюсов товара высокого качества. Что-то у нас сухой завтрак пшеница со вкусом карамели. Ничего не вижу. Точнее, знаете, что падает, отсвечивает, да? Кто это тут ходит? Есть витамины. Ладно. Так, оливки, маслины, точнее, без косточек. Вот такой вот фирмы. Будем пробовать. И подешевле красная цена взяла. Тоже без косточки. Так, икра на бутерброды мазать. Зернистая лососева. Что я постоянно забываю все. Бананы. Ну, на сливочное масло. И гранат. И гранат. И все, и здесь получается газеты. И ток. Не очень утешителен. И ток у нас вот такой. Дальше аптека. В аптеке мне выписали. Я купила Флемаклав Салютап. Выписала мне гинеколог антибиотик и свечи во влагалище. Фломизин. Не знаю, такие никогда не ставила. 6 вагинальных таблеток. Ну. И у нас что у нас в аптеке? Еще там один препарат был, но иммуностимулятор в задницу свечки, но я их не стала покупать. Так как дорого слишком. Ну, она еще, они еще говорят, поднимать иммунитет общий. Обойдемся. И то, если бы анализ не сдала, мазок на флору, да, то я не узнала бы, что там у меня что-то есть. То есть. Это флора показала. И то я мазок у себя держала 3 суток. Мне кажется, что я мазок просто передержала 3 суток дома. Потом отвезла, только может он уже за. Так, испортился, хер его знает. Самое главное, не показала. Я так захотела торт. Торт называется «Кокетка». Маленький взяли, он вышел на 400 с чем-то рублей. Кокетка. Это, в общем, для тех, кто любит кремовые торты. Блинчики состоят только из крема. Объедение. Так что вот так вот. С чаем сегодня кушаем, пьем чай. Машинку. Не знаю, на сколько поставить. Какой режим выбираю пока. Короче, 40 градусов выбираю. Любую. Все, холостую пускаю. У меня тряпка лежит. 2 пакетика. Кто тут ходит блохастый, а? Так, встала, значит, у меня утро. Развожу лактобактерин. Бифидобактерин. Говорят, это вот вообще штука вот эта вот хорошая. Но, блин, почему же она в таких этих? Неудобно очень долбаться.
Даже открывать неудобно. Вот. Что так. Я еще даже палец порезала такой херней. Сейчас благодаря вот этой ножу буду открывать. Ну, вот еще шприц для всех этих дел. Это нож. В общем, открыла. Уже желудок сейчас слабость такая. Кушать надо что-то. Утром мне всегда так. Потом беру шприц. Вот. Набираю воду. Ну, я, как высчитали мы с мужем, 10 шприцов. Вот. И вот сюда. Выливаем и все в этот стакан потом высовываем, так скажем. Вот сюда. Это вот был один, да, шприц? Что я тут разлила? Я другой берем. Вот второй набрали. Ну, пока не очистим баночку от препарата. Сейчас это была вторая, сейчас третью еще вот тут вот есть. Надо размешать. Принимаешь антибиотик, который выписали. А врач, как его, в общем-то, как многие врачи, ничего не сказала. Я не стала принимать. Ну, сейчас вот вам показывала, что я разводила то, что у меня было, бифидобактерин, там вот это. Ну, короче, не справляется как-то. Ну, может быть, надо ранее, ну, там, минимум, наверное, того три, не знаю, в день. Вот ругаю его, гоняю, все равно ходит и все. Брюс, заводил блохастый. В ошейнике ходит. В общем, я купила себе бифиформ. Ой, у меня расстройство кишечника, это кошмар. Желудок болит, болит и тошнота. Ну вот. Вот цена у нас мощная. У меня же еще генферон был выписан. Пока я его не купила, потому что он пипец стоит по 1000 рублей. Не знаю, буду покупать или нет. Никогда не принимала его, там свечки в задницу. Бифиформ, в принципе... Мне вот разводить, вот он что, бифидобактерин я показывала сейчас только что. Мне разводить не нравится. Это я утром разводила, сейчас уже обед. Я пошла, сходила, вот купила. Потому что с унитаза не слазил. Так, взяла маску, уже такую брала. Ну, такую я прям для лица брала. Это не знаю, чем это отличается для лица и для глаз. А, это я взяла для глаз же, правильно? Да, вот для глаз. Что ты делаешь? Брюс, что ты там делаешь? Балуешься опять? Так, это вот я сейчас делаю вечером. Масочку себе взяла. Ого, крем мой любимый взяла от Чистой Линии. Против прыщей, который идет с цинком и с чайным деревом. Офигенный крем. Он запечатан тут наскучно, чтобы не сперли. Аптека. Вот, тоже сейчас намажу. Обожаю его. Первый раз взяла попробовать такую зубную пасту. Асепта называется. Реминерализация. Асепта плюс. Вот ее цена. В общем, это 180... Ну, 190 рублей ее цена, в общем. Я не знаю состав. Не сфокусируется. Состав кремния, диоксид, сорбитол, глицерин. Короче, ну, здесь, в общем, написано гидроксиапатит, экстракт элеутерокока, термальная грязь. Ну, вам видно, что я читаю. Экстракт календулы, калий, папаин, цинк. Попробуем. Что она себе представляет? Тоже все на скотч, но мат нам не увидит никак. Так, магазин «Вершина», хлеб. Без хлеба как? И все, пошли творожки, потому что желудок болит.
А йогурты я не очень люблю, только могу питьевые более-менее так попить. Такой тоже от Савушкин, да? Чудо взяла себе вот с таким вкусом, экзотические фрукты. Пить, потому что сушники пить очень хочется. Наверное, это потому что диарея. 101 зерно, творог зерненный, малина тоже от Савушкин. Кстати, приняла я нормально эту фирму, видите. Вот, тоже йогурт коллекция, клубника. Один. Потом йогуртная коллекция, лесные ягоды. И это у нас чудо детский с мякотью клубники. Все, и в вершине я оставила 264 рубля, а здесь... Ой, а здесь сколько ж? Тут пакета нет. То есть, получается, в аптеке 738 рублей. Вот она не фокусируется. Ну, примерно там вот видно цены. Ну, ладно, кому эти цены нужны? Ну, мне сказали дословно. Я и пыталась так, научилась тоже снимать, как многие блогеры. Потому что раньше я, по-моему, чеки не показывала изначально. Ну, наверное, так нужно, так информативнее. Потому что по правилам, конечно, надо в инфобоксе вообще описывать. Вот даже если я снимала Avon заказ, то надо было в инфобоксе описывать каждый товар, да? Сумму и ссылку желательно на этот товар. Конечно, так надо, но не все мы... Так, ладно, я буду учиться. Учиться, да. Лечиться, это пипец. Пипец, мне так хреново. Прям, знаете, руки, ноги отказываются вот так вот. Так, нет моего чая краснодарского. Вершина вообще какая-то полупустая. Магазин у нас. Супермаркет. Я, не знаю, выбрала вот этот. Мне нужен краснодарский. Обычный черный чай, пакетизированный. Вот. А не было и этот, по-моему, с бергамотом. Пришлось с бергамотом брать. В Попейкином доме я взяла бумагу для выпечки вот такую, 5 метров в рулоне. Вот, и дихлофос. Все, также боремся с блохами, потому что раз обработка, все мы знаем, что яйца вылупляются, через неделю еще надо это делать. Вот. Это с ароматом лаванды, я не знаю, зачем я с лавандой взяла. От этого задыхаешься. Так, короче, мне что-то пришло. Отправление. Вот. Так что сейчас открою. Пробник, наверное, какой-то. Ну что тут? Мэриас. Мэриас прислал. Пробный образец на липучках. 3 штуки в упаковке. Размер S. Подгузники. Я их называю. Попробуйте новые подгузники и поделитесь вашим впечатлением, получите упаковку. Мэрис подарок. Сделано в Японии. Да, пробовать пока нам не на чем. А не на ком, точнее. Это отклеивается. Не упустите возможность получить большую пачку. novmaris.ru. Ну что, здесь должно быть 3. От 4 до 8 килограмм. Вот так вот. Все там передали. Горох. Ну что, это горошка. Ну, это 6 штук. Консервированный горошка. Юнона, горошек зеленый. Ну что, ты пшикаешь? Все, обрабатываем квартиру. Я сейчас пойду на улицу, потому что пипец, дышать нечем будет. Все. Надышалась, кошмар. Так, а мы сейчас едем. Сейчас
сегодня обещали снег. Осень тоже сама по себе красивое время года. Листочки. Обещали снег, но снега нет. Я к тому, что шины менять или не менять, ну резину, но мы еще не поменяли. Так, а мы сейчас едем за смотреть стеллаж в кладовку, в кладовую. Хочу там все прибраться. Не могу, срач такой. Не знаю, во влоге покажу или отдельное видео буду снимать. Там новостройки. Знаете, сколько эти дома стоят, которые вы сейчас видите? Земля, наверное, минимум 5 миллиамов. Это минимум. Просто, помню, писали, фу, типа, лошара, это провинция. Так это центр города. Просто так получилось, что когда-то было, ну, понятно, все города были раньше. Ну, там. Ну, только вот частный сектор повезло. Причем эти дома дорогие. Один тут особняк чего стоит. Красный. Да что у меня тут все? Так, все, ладно, мы поехали. Торговый центр Северный называется. Зачем? Какую сигнал? Так. Это я. Так. Что хотела сказать? Сейчас, минутку. Сейчас говорю, минутку настроюсь на нужный лад. Видео выключила, я смотрю. Мария's Day. Да, я смотрю ее, хотя, ну, некоторые раздражают, особенно там, например, то, что говорит ее муж, ну, их политика по отношению там к России немножко раздражает. А так как семья, как бы, мне нравится очень. Мне нравятся ее каналы, вот. А вот их, как бы, то, что они там говорят, там, в общем, не могу никак высказать. В целом, говорю, мне нравится. Мне просто был такой вопрос еще давно, чтобы я засняла видео блогеров, которых я смотрю. Ну, да я тут и отвечу. Смотрю я блогеров. Вообще я люблю смотреть начинающих блогеров, то есть таких, так скажем, как я, но я просто начинающий блогер по жизни, наверное, буду, потому что нифига я не набираю подписчиков. Я знаю, почему я их не набираю, потому что я не провожу конкурсы, потому что я не общаюсь, то есть активно не, скажем так, ну, вот как, знаете, было модно писать, привет, я подписалась на твой канал, подпишись и ты на мой канал. Так я не делаю никак практически, может быть, я делала пару раз в начале, еще на том, на прошлом канале, который назывался Икбеш. В общем, просто я хотела сказать, что я никогда это не делаю, но, наверное, это не стоит говорить, потому что все-таки я пару раз делала, вот, а так не делаю, в общем. То есть нужно проводить розыгрыш 5-10, это что касается для продвижения канала и общаться желательно с блогерами другими, дружить, но я не могу себя выдавливать, я такая, какая есть. Очень такой пассивный, стеснительный человек. Я не могу себя выдавливать, я очень немногословно, там, знаете, поэтому. Это что касается, как зовут, почему подписчиков так мало растет. Я как бы знаю вот. Из-за этого. А как вот, и каких смотрю я блогеров, это я люблю очень новичков. Мне очень нравятся новички, как они, какие они, потому что те, которые имеют по несколько тысяч просмотров, подписчиков, ну, например, 40 тысяч, 200 тысяч, да, там 500 тысяч, они немножко, конечно, уже зажраты, просто пипец. Среди блогеров тоже есть, видно, как бы, ну, грубо говоря, скажем, звездная болезнь, но не, та, не такая, как у артистов, конечно, но тем не менее. Мне нравятся новички,
Очень нравится. Ну, знаете, новая кровь, короче, новые люди, что они себе представляют. Вот так. То есть, это просто. А смотрю ли я известных? Ну, и тоже, естественно. Я не смотрю бьюти-блогеров, сразу говорю. Только тех бьюти-блогеров, которые снимают про влоги. Влоги с детьми, адекватные. Особенно с новорожденными, потому что мне вообще интересно. Я люблю маленьких детей, новорожденных. Все такие. Потом детки вырастают, уже не так интересно, но... Ну, когда они еще рожают второго, третьего ребенка, то они всегда в тренде для меня. Потом не знаю, как будет. Рум-туры, вот это все мне нравится. И, конечно, мне нравится, когда во влоге показываю, в видео показываю, например, вот там лайфхак какой-то там или что-то. Вот я вот пользовалась таким-то предметом, и вот его показывают на камеру. А в видео, в котором просто рассказывают, я сама тоже такие видео снимаю, блин, рассказывают, но ничего не показывают, и вот это вот бла-бла-бла, треп, короче, что она там рассказывает. Можно уснуть в этом видео, короче, монотонно, да? Мне очень интересно, но опять же говорю, я сама такая же. Ну, я вообще не блин, я не кукареку. Так, что я хотела? Вообще, я что включилась, я по поводу блог включилась. Хотела передать Оксаночке большой привет. Я вас по отчеству, к сожалению, не знаю. Мне уже много женщин в моей жизни говорила, не надо со мной разговаривать по отчеству, обращайся со мной на ты. Я всю жизнь все равно не могу со старшими разговаривать на ты. А я не знаю, как вас по отчеству. Я хотела вам передать привет. Специально для вас хотела передать привет. Вот. По поводу блог. Какие новости? Новости такие, что... В общем, я в шоке, я не знаю, как их выводить. Вот мы побрызгали, когда дихлофосом квартиру мы с мужем брызгали. Потом, значит, на холку им препараты одному и второму животному. С бруса, конечно, стали сыпаться вообще блохи. Знаете, они прямо так... Она вроде живая, блоха, подпрыгивает, но она не может как бы отпрыгнуть далеко и опять падает, но живая. Ты ее, получается, еле ногтем раздавливаешь с горем пополам, потому что, блин, я своим женским ногтем не могу ее убить. Вот так давлю ногтем, она все равно не дохнет. Короче, там нужно усилие при... Короче, тяжело, конечно, убить, то есть просто придавить пальцами, вообще они не убиваются, только вот острым чем-то. Ну, короче, вот, либо вообще бывает дохло лежит, короче, многовато их. Потом я одела ошейник ему тоже. Ошейник такой вонючий, блин. Кстати, я потеряла кота, не вижу, где он. Может, он уже выпрыгнул куда-то. Ну, реально, его нет ни на своем месте. Я от него шарахаюсь, гоняю его. Он ничего не понимает. Прям до слез видно, что он страдает, потому что я же с него раньше чуть ли жопу ему раньше не целовала. Там. Ну, мордами мы, короче, сюсюкались. Он ластится, когда ему надо подходит. А тут я уже не... Сколько? Ну, неделю его отталкиваю от себя. Он, конечно, страдает, не понимает. И постоянно его гоняю. Если я днем, да, то я гоняю его с дивана там. Ночью я не могу уследить, потому что... Ну, эту ночь я вообще не спала. Мне казалось, что меня кусают. В итоге я два укуса на себе нашла. Я не понимаю, как они могут укусить через одеяло, но через одеяло у меня на бедре и на животе появились укусы. Потом встал на ноге, тоже был. Всю ночь не могла уснуть. Одну ночь я его закрыла на лоджии, он всю ночь проорал. И знаете, мяукает такой мяу-мяу, а слышу я, что мне так слышится и кажется, что он прям мама, мама, он так зовет. Жалко животное, он всю ночь он орал на лоджии, потому что никогда он там не сидел. Но орал, потому что мы только я ему одела ошейник, а ошейник нюхал, он какой-то вонючий, ну там лекарство какое-то, еще небось он сыпется все равно. И я, короче, как представила, что он ляжет на диван, где мы спим. А еще у него мода ложиться между подушками, между нашими головами. Как представила вот это. Что я потом, если не вдохну, то сама лягу там губами или носом
глазом на подушку, где лежал Брюс, да, например. И я его закрыла на лоджии. Но эта тема не прокатывает, потому что он орет всю ночь. Всю ночь мне его жалко. Он мало того, что спать нам не дает, так он сам не спит. Орет благим матом, ну, успокаивается там. Полчаса орет, полчаса молчит, поспит, наверное, я не знаю, опять орет. Цветы все перевернул мне там. Это не зря говорят, что животные, они на вид вот такие туповатые, но они нихрена не туповатые. Они мстят вообще, кошки, я не знаю. Вот. Не можем найти хорьку новых хозяев, потому что уже кому не предлагали, даже за бесплатно его не берут. Все, главное, охают, ахают. Какое классное животное, интересное, но никто не берется, не берет на себя ответственность его держать у себя дома. Хотя, в отличие от кота, он в клетке может сидеть, а это кот гуляет сам по себе. Казалось бы, наоборот, лучше. Но почему-то не хотят брать. Экзотическое животное не хотят брать. Они говорят, мы бы скорее у вас кота бы забрали, у вас кот хороший, ну, действительно хороший. Я говорю, ну, кота пока не знаю. Хочу приобрести, как ее, дрель, хотела сказать, машинку для стрижки волос. Попробовать подстричь его, кота. Но я не знаю, как его стричь. Там, где сиськи у него на животе, не знаю, как не повредить сиськи. Не знаю, как на костях стричь ноги, лапы, да, ну, костлявые места. Мне кажется, ему так больно будет, потому что вот это единственное, чтобы убрать шерсть, он будет страшный, как черти чё. Но зато он будет с нами, потому что не за шерсть же я его люблю, а люблю его за такого, какой он есть, за красавчика моего. Душевный, очень хороший душевный кот. Просто-напросто. Ну, это единственное, потому что невозможно, гоняешь его, он постоянно нас встречает у порога. Открываешь дверь, вставляешь ключ, открываешь дверь, он стоит у порога. Все, он влазит в дверь, этот нос свой сует. Ну вот. Норовит вылезти. Потом он трется у этой у обуви в коридоре постоянно. С этими шнурками играется. Заваливается, там валяется на полу. Ну, там же все равно я постоянно мыть не могу. Я каждый день не мою полы. Извините, я вообще... Кто сказал, что я вообще какая-то там офигенная хозяйка? Нифига подобного. Вот. И он это вот вечером, если вот последний муж пришел, естественно, я полы, например, не помыла. Сегодня не мою, там завтра буду мыть. Он там, я могу не слить, он валяется там на... Там, короче, я вообще пипец. Поэтому не мудрено, что эти блохи запрыгнули. Я не знаю. Если бы они еще меня не кусали, не было проблем. Потому что если эту проблему никак не решить, то извините, то придется и от кота избавляться. Потому что они меня кусают. Блохи. Не постоянно. Но раз в 3 дня, раз в 4 дня они кусают меня. Мне нахрен это надо. Он тем более сейчас с ошейником, они, может быть, его кусать не будут. Так они нафиг перепрыгнут на меня. Что касается дихлофоса. Я понимаю, что это очень токсичный препарат. Я не знаю, рассказывала я или нет. Жила в Калининграде, снимала квартиру с девочками. Квартира была ужасная. Тараканы, блохи, клопы. Все, что можно было там. Но это был центр города. Кто с Калининграда, это была гостиница «Калининград», и за ней улица Университетская. И там мы снимали квартиру. Оттуда мы могли уехать кто кому куда на работу. И одна девочка с нами студентка жила. То есть кому куда надо было, те уезжали. И плюс мы, это центр города, мы гуляли. Там рядом речка Приголь, кафедральный собор имени Канта. То есть это центр города. И там мы эту квартиру нашли без посредников, с горем пополам я ее нашла. Вот. И мы давай выводить всю эту нечисть, все это, говно все это. И я первый раз с этим дихлофосом побрызгала, брызгала, короче. В одной руке у меня был чай, главное,
В другой руке дихлофос банка. Короче, брызгаю долго-долго в комнате брызгаю. И все, мне перекрыло дыхание, я стала рычать. Потому что надышалась. Открываю балкон. Балкон не застеклен был. Падаю на этом балконе. Ну, вот эти маленькие хрущевские балкончики, которые, кажется, сейчас вот-вот отвалятся. Как будто на железяках держатся. Чай уронила тоже на пол. И рычу. А мы жили на втором этаже, и наверняка меня кто-то слышал. Потому что центр города там же ходят не только жильцы, там в центре города всегда люди ходят. Магазинов куча. Все, потом я пришла в себя, думала задохнуть. То же самое у меня было, кстати, от меда, вот от дихлофоса и от уксуса. Это когда на шашлык уксус делаешь с этим, с луком. Все детство тоже ела, папа у нас так делал. Вот. Но про дихлофос мне сказали, говорят, ну это может случиться у любого человека, не обязательно там иметь какие-то патологии, там, с трахеей, там, с горлом, да, с бронхами. Это перекрыть дыхание может, потому что правильно, он токсичен очень. Поэтому не мудрено, что это у меня случилось, независимо там, что бы там, астма, не астма, это, а тем более, если еще и астма, это естественно. Вот такая фигня у меня была. То есть я поэтому я знаю уже, что он токсичен. Я к чему рассказываю ответ на комментарий, да? Но другие средства по обработке квартиры не помогают. Что касается частином, да, я беру частин, смешиваю с глодрисом, хотела сказать, глорикс. Можно не смешивать, доместос, например, можно взять. С глориксом смешивала, вот, смешиваю, сейчас тоже буду полы мыть. Опять, вот, смешиваю частин с глориксом, в частине же хлор, активный хлор написано. Это не помогает. То есть она просто, ну, почистил. Ну, а так, активный хлорка, которая, наверное, в больницах моют, мощная, то да. Вот то, может быть, поможет. Ну, там, наверное, сильное действующее вещество. А тут, скорее всего, уже поменьше. Я так думаю. Это надо перчатки все одевать. Потом я там штучку такую показывала. Она у меня сейчас на кухне лежит. Я сказала, для мытья полов. Но на самом деле это надо опрыскивать на животных, на овец, там написано на коровку, что угодно, на лошадей, на кошек, на собак. Мне, как сказала продавщица в зооаптеке, что на плинтуса побрызгай, либо полы помой. Ну, полы помой, я и загорелась. Полы-то помыть я могу. А брызгать у меня пульверизатор. Короче, его и нет у меня. И я этим не хотела заниматься. Мне хотелось полы помыть. Короче, я почитала инструкцию. Это ужас. Там курить нельзя, ничего нельзя. То есть зажигалку зажигать. Я к тому, что там еще что-то написано, я уже не помню. То есть надо быть очень осторожным. Желательно не находиться в этой квартире. Я не понимаю, у меня животное, у меня кот будет ходить. Мы-то ладно, в тапочках ходим, сняли тапочки, залезли на постель. Кот будет ходить лапами, он прыгнет на постель, потом как? Все, и вся функция остановилась, и я им не помыла полы. Хотя очень хочется. Я же говорю, из-за кота не могу помыть полы. Кота не закроешь на лоджию, он орет, нигде его не закроешь. Животное свободолюбивое. Вот и все. И вот остается только дихлофос. Я вот сейчас вам показала, что я опять новую купила с лавандой. Не знаю, зачем с лавандой взяла. Короче, вот такие дела. Тем не менее, спасибо за совет, спасибо за комментарий. Все, всем большой привет. И всем пока-пока.